Не каждый день случается заработать 150-200% годовых. Но сегодня именно такой день. Встречайте, Татьяна Калачева, банк открытия и акции компании «Волгогаз». Наша идея по компаниям нефтегазового сектора, средней и малой капитализации, это «Волгогаз». «Волгогаз» – это небольшая компания, которая добывает нефть и газ и ведет разведку нефти и газа в Волго-Уральском регионе. Компания в прошлом году пробурила глубокую скважину стоимостью 20 миллионов долларов, и скважина обнаружила углеводороды. Однако в результате тестирования было сделано заключение, что углеводороды не являются коммерческими. То есть 20 миллионов затрат были списаны, и в принципе все запасы, которые предполагалось поставить на баланс, после того, как это месторождение будет оконтурено и разбурено, все эти запасы оказались тоже списаны. Инвестиционное сообщество было очень разочаровано, и цена акции начала резко падать. Однако мы хотим привлечь внимание к тому факту, что у компании есть ряд других активов, более мелких, однако довольно прибыльных. У компании есть несколько нефтяных и газовых месторождений, которые сейчас добывают в общем около 3000 баррелей в сутки. И компания к середине следующего года должна завершить расширение мощностей газового перерабатывающего завода в Саратовской области. Также в ближайшем будущем компания должна завершить бурение разведочной скважины на Урожайном. Это должно послужить серьезным катализатором цены акции, потому что это может привести к значительному увеличению запасов. Основную ставку мы делаем на то, что к середине следующего года будет завершен газоперерабатывающий завод и значительно начнет расти добыча компании. Мы считаем, что если рынок начнет учитывать по справедливой стоимости активы данной компании, то через год стоимость акции может вырасти на 150-200%. Прежде всего, для разведочной компании первый риск – это риск, связанный с неудачными скважинами. То есть все разведочные скважины, которые будет бурить компания, они могут оказаться неудачными. Второй риск, тоже довольно значительный для добывающей компании на ранних стадиях добычи, это когда ожидания по уровню добычи на скважине не будут соответствовать реальности. Третий риск, который нужно упомянуть, это прежде всего ограничение по ликвидности на акции компании. Участок может быть оконтурен и разбурен, но на нем может не оказаться нефти. Для крупной компании это неприятность в рамках арифметической погрешности. Для «Волгогаз» каждый такой участок – это удар по выручке и по прибыли акционеров. Есть и другие риски. Акции компании, конечно, не то чтобы очень сильно ликвидны. А, впрочем, риск в данном случае более чем окупается перспективой утроить свои инвестиции за год. Thank you.